Давайте просто посмотрим футбол. Меня зовут Владимир Стогниенко. Я с удовольствием буду смотреть этот матч вместе с вами. Кроме того, на линии работает и потеря сразу. Причем оказались отрезаны несколько полузащитников сборной России. Атака продолжается. И опасная атака на ворота нашей команды. Удар, штанга. Элькадури бил. Ну, что там говорить? Нам сейчас повезло. Давайте будем откровенны. А ведь он мог пробить куда угодно. Никто не накрывал, у него даже было время подумать и посмотреть. Да он и выцеливал, собственно. То есть он аккуратно исполнял, катил мяч в угол. Падение не кстати, однако сборная России за мяч зацепилась. И хорошая возможность была бы, если бы точно пасовать. Атака продолжается. Кокорин на Жиркова налево. Передача опасна! Наверное, кое в чем нам здесь марокканцы помогли своими потерями. Но разыграно было. Посмотрите, Жирков на Кокорина. Чуть-чуть до мяча не дотянулся. По крайней мере, ответили, да? На опасный момент возле наших ворот ответили собственно это. Поскольку до этого существенного обострения создавать, по сути, не получалось. Подача. Стандарт, удар! Березовский забивает мяч. Капитан сборной России в нужный момент поражает ворот. Разыгрывали угловые, как только чуть ли не первая подача, да? Закончилось тем, что упустили Василия Березуцкого, марокканцы. И капитан нашей сборной очень четко этим воспользовался. Шатов. Файзулин. Мягкая передача на Кокорина. Кокорин! Голкипер вмешался. Жирков. Хорошая атака была. Да, офсайда-то не было. Не реализовал, к сожалению, свой шанс. Александр Кокорин, но опять-таки ничего страшного. И ничего не добавляет главный арбитр Павел Краловец со собственно к штрафной марокканцев. Кокорин. И снова не удается обыграть. Перкоуч выскакивает из ворот. И первым наказывается на мяче. Был эпизод в конце первого тайма, когда вообще один на один вышел Кокорин. Четко тут сыграл голкипер-то. Настоящий молодец. Подача. Жирков. Ух ты! Прекрасный мяч забил Александр Жирков. Подладился и с левой ноги. Мне, честно говоря, не хочется сейчас портить настроение нашим болельщикам, но был мяч, который в Лиге Чемпионов Юрий забил, играя за Челси в ворота российского клуба. Но там еще сложнее было при исполнении. Ходу без шансов для вратаря. 2-0. Ну вот и красивое увидели тоже. Ну, наверное, не лишним будет отметить сейчас, что буквально минут 5 назад весь стадион скандировал «Юра, Юра», когда он упав, держался за плечо, потом поднялся, его поддерживала вся арена. Потеряли мяч. Возле собственных ворот футболиста российской сборной. Ладыгин вступает в игру. И сейчас нашу команду выручает. Абади бил. Ну, во-первых, здесь за мяч зацепился Юсеф Аль-Араби, вышедший на замену. Интересный, кстати, игрок, согласившийся. Так ему хотелось, он играл в чемпионате Саудовской Аравии.